И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька. Я сегодня записываю новое видео по новой рубрике. Эта рубрика у нас будет называться «До легенды на Джаггернауте в данном режиме». И это у нас старый очень-таки аккаунт, который вообще не появлялся у нас нигде в видосах. Ну, а никнейм его у нас «Вирус Про». В чем вся суть, ребят? У меня на данном аккаунте имеется 90 целых тысяч кристаллов. Старый аккаунт, на который дофига просто нарки. По 1800 нарки на штаб-сержанте. До звания у нас тоже остается 40 опыта, который мы сегодня тоже получим. Ну и что мы будем делать? Мы будем нагибать жестко в режиме Джаггернаут. Будем пытаться просто, не знаю каким образом, но пытаться набивать даже 100 киллов. И как это все у нас будет получаться, вы все, в принципе, будете видеть в данной рубрике. Если она вам, ребят, реально понравится, то я буду снимать ее тоже на постоянной основе, как и без донатика. Поэтому обязательно сейчас, если вы, ребят, думаете, что это годная идея, и вы верите в то, что она будет заходить всегда, то обязательно сейчас быстренько прожимайте на лайкос. Если вдруг еще не подписаны, то тоже, ребят, подписывайтесь на канал. Ну а мы, в принципе, будем сейчас покупать комплект. Это первый видос по данному аккаунту. Сейчас мы купим комплектик. Комплектик у нас будет Викинга Рикошет на штаб-сержанте М1. Это будет просто бомбически, я думаю. Мы его покупаем, комплект Тора. И летим нагибать в жесткую каточку. Не знаю, куда меня закинет, но это только режим Джаггернаута. Что касается вообще данного аккаунта, то я жестко зафейлил, потому что у нас, ребят, когда на войне было... был ход на большой бонус, я выполнил, короче, заданки, нет, не заданки, а просто набил звезды в режиме, если не ошибаюсь, команда на команду, и это был просто такой эпик фейл у меня, короче, 0-1 часа, то есть 10 минут у меня набито, даже нет, наверное, больше чуть-чуть набито в режиме, не Джаггернаута, поэтому такой жесткий фейл, я мог вообще просто, чтобы у меня было 0 во всех режимах и было все набито в режиме Джаггернаута. Я мог так сделать, но я зафейлил и не получилось. И при этом, ребят, сегодня мы еще откроем какое-то количество контейнеров, не знаю сколько откроем, наверное, где-то около пятерочки на данном аккаунте мы сегодня откроем контейнеров. Ну и погнали, ребят, в режим Джаггернаута. Будем надеяться, что меня сейчас закинет в жесткую аппетитную катку, где не будет прям таких сверх больших званий. Сегодня получим званочку и попробуем прям жестко понагибать. Было у меня, ребят, 90 тысяч кристаллов. Вы не представляете, как это много для данного звания. Я думаю, что это, блин, просто стоит прожимать лайкос за такие ролики, потому что, ну, реально для меня такой аккаунт, это просто самый бомбический, наверное, аккаунт, который у меня мог быть, чтобы на штаб-сержанте у меня было 90 тысяч кристаллов, не куплено никакого комплекта, и при этом еще было 1500 нарки у меня было. Вот, наконец-то, закидывает меня в каточку, сейчас посмотрим, куда меня закинет. Надеюсь, это будет новая катка, я буду на Джаггернауте. Ну, пожалуйста, давай, блин, нет, закинуло в катку, где уже есть Джаггернаут, поэтому быстро пытаемся на жесткой нарке нагнуть Джаггера. Идем сразу на Джаггернаута. Попытаемся нагнуть, попытаемся жестко затащить. Если, ребят, получится забрать Джаггера, то где-то по ходу всего этого дела мы еще откроем, ребят, контейнеры. Пока мне надо забрать Джаггернаута. Давайте быстро-быстро, оперативно, нагибаторски пойдем и попробуем его нагнуть. Бежит от нас Джаггернаут, конечно. Не очень аппетитно в этом плане. Но надо его забрать. Больше у меня шансов не будет, я думаю. Ах, ты какой опасный парень. Давай. Успей. Есть! Просто жесть, просто топ. Просто топчик, ребят, вы просто смотрите на ник, который на данном аккаунте у нас имеется. Аккаунт очень-очень старый, на нем когда-то я голдоловил. И никнейм у нас Вирус Про, просто вирус профессионала. И новая звонка сразу на Джаггернауте, ну это просто эпик. За это стоит прожимать лайкос, за такие ролики. Потому что, ну, ребят, для меня это огромнейшая мотивация пилить новые ролики. При том, что выдумывать что-то новое, какие-то новые рубрики устраивать. И просто нагибать, ну просто нагибать для вас. Нагибать на видосы и делать все очень четко. Поэтому, ребят, вы прожимаете. Я чувствую вашу инерцию, чувствую вашу тоже поддержку. И стараюсь делать как можно больше и как можно лучше. 10 киллов у меня уже на этой катке набито. Быстро очень я забрал Джаггернаут. И мне очень это нравится, что у меня все получается. И пока этот ролик просто мне жестко нравится. Так, 12 киллов уже есть.
за 2 минутки. Так, много васпиков. Много васпиков, а я на М1. Это значит, что ваншот просто... Всегда я делать буду ваншот. Это жестко. Что может быть лучше ваншотов? Просто что может быть лучше? Давайте еще килл. Шикарно. Просто нагибаем. Просто нагибаем. Давай, 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 давай. Еще килл. Килл, 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 килл. Не надо. Нет, 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 нет. Ну только не слиться. Только не слиться. Только не сейчас. Супер. Супер. Давайте, может, еще соточку набьем, не? Постараемся для просто жесткого нагиба. Просто жестчайшего нагиба. Давай, давай, быстро сфокусим парня. Есть. Овердрайв. Имеется. Парень тоже у нас на комплекте Молот Тора. Молот Тора, конечно, жесткий комплект, но на мне этот комплект выглядит намного лучше с таким жестким никнеймом, который просто должен разваливать. Давай, 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 урона. Сколько я закинул сейчас урона. Овердрайв. Блин, надо как-то где-то заныкаться, потому что это очень опасно. Очень сейчас опасно и очень на тоненького все это дело происходит. И я понимаю, что я очень много сейчас рискую. Очень много рискую. И вот сейчас я рискую не больше того, что было до этого. И пока, 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 пока. Пока еще держусь. Но фриз, фриз! Зараза, зараза, фризик. Блин. Обидно, очень обидно, очень обидно, очень обидно, что слился, блин. Ну, давайте быстро сейчас попытаемся забрать Джаггернаут. Давайте попытаемся забрать Джаггера, забрать, 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 забрать. Где он у нас есть, потому что комплектик у нас жесткий. И я думаю, что с данным комплектом я должен точно забирать сейчас Джаггернаута. Давайте быстренько, быстренько пытаться будем нагибать. Давай, 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 Джаггернаутик, иди ко мне, мой нагибаторский... Джаггер, давай, 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 хорошо, урона залетает, не беги от меня, не беги от меня, не беги, давай сюда, иди сюда, давай, еще шар, блин, блин, как обидно, мог сейчас быстро забрать еще раз Джаггернаут, 26 киллов я уже набил, это очень эпично, очень круто, я думаю, ребят, что данная рубрика у нас будет жить, потому что она мне очень нравится, не знаю, насколько быстро у нас будет подниматься звонка, но в Джаггернауте я понимаю, что звонка все равно будет идти круто. И поэтому надо просто нагибать, просто потеть. И просто, я не знаю, делать такой эпик, который мне нравится самому. Я думаю, что он вам тоже очень нравится. Поэтому, ребят, вы поддерживаете, я пилю. Все, я уже сказал, в принципе, повторяюсь уже миллион раз. Но мне это нравится, мне очень нравится. Так, давай, 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 давай еще нагнуть, нагнуть пару пациков. Давай еще одного забрал. Просто, я думаю, данный комплект на данном аккаунте мы будем даже прокачивать. Сейчас пойдем поставим на прокачку. Как раз таки в ролике прямо так, Вика Рикошет, сразу по первому шагу бахнем. На скидочках я, ребят, буду тоже прокачивать. Вы даже, ребят, вот просто, если вы не верите, что это старый аккаунт, я просто открываю заданки. И вы видите, набери опыт на карте Кунгур. Таких заданок просто сейчас нет. Это, можно сказать, легендарная заданочка, которую можно, в принципе, оставить. И это будет вообще просто жестким эпиком. Поэтому, ребят, как-то так, возможно, даже насчет этого... Я запишу какой-нибудь отдельный ролик насчет легендарной заданки, которую я даже не захочу выполнять. Но если, например, меня закинет на карту Кунгур, то она как-нибудь выполнится сама по себе. Но это было бы очень обидно, если я ее выполнил, а не оставил. Было бы, конечно, эпично ее бы оставить, ну, не знаю, навсегда, не навсегда, но оставить ее на какое-то время точно было бы прикольно. Пока я занимаюсь, ребят, не тем, чем надо, надо забирать Джаггернаута, а я катаюсь и занимаюсь какой-то ерундой. Быстро давайте сейчас поищем Джаггернаут. 4 минуты у нас до конца данного боя. И я думаю, что надо хотя бы забрать еще раз Джаггернаут и хотя бы набить 50 киллов. Потому что начало данного ролика было просто эпичное, когда я зашел в катку и забрал Джаггер. Просто вот с первого раза, можно так сказать, забрал Джаггер. И сейчас я должен тоже его забирать на минку. Хорошо, хорошо, 0 хп, 0 хп, 0 хп, промазал. Ну нет, нет же, нет же, нет же, давай, 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 давай. Блин, сука, зараза, не получилось, не получилось забрать. Хотя должен был сейчас забирать Джаггернаута. Забрала у нас Жига. Конечно, Жига тоже, ребят, нагибает. Безусловно, эта пушка тоже тащерская. Но у меня есть еще 4 минуты, чтобы забрать данный Джаггернаут. При том, что я его уже вижу. Я не ношу Гуччи. У парня ник, конечно, аппетитный и опасный никнейм. И я быстро лечу нагибать, нагибать, нагибать. И еще раз нагибать данный Джаггернаут. Давайте. Давайте, давайте будем сейчас его догонять. Я как раз-таки по ходу даже этого парня первый раз я его испил. Так, парень, ну вот ты зря бьешь сейчас. Ты просто зря меня бьешь. Не надо меня бить, парень. Парень, ну не надо тебе этим заниматься. Давай-ка ты будешь бить кого-нибудь другого, а не меня. Так, мне надо Джаггернаут, ребят. Мне нужен Джаггернаут. Джаггернаут у нас бегает. Бегает, ДДшка у меня на КД уходит. Это меня вообще не радует. Поэтому я делаю сейчас еще один килл халявный.
И я так понимаю, что мне надо ждать овердрайв. Надо ждать овердрайв, чтобы пытаться нагнуть еще. Еще раз нагнуть его. Давайте, 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 давайте. Давайте, пацаны, вообще, ребята. Пацаны, пацаны, пацаны. Давай, 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 давай. Быстро, 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 быстро. Попытаемся. Попытаемся сейчас нагнуть. Сейчас прямо, прямо сейчас. Прямо сейчас. Давай, 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 давай. Фокус, фокус. Фокус, фокус, фокус. Аптечка. Давай, 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 давай. Блин, у него 0 хп было. 0 хп. Не забрал Джаггера, блин, не повезло. Просто не повезло. Конечно, на таких званиях. Бывает очень легко забрать Джаггернаута, но бывает очень-таки сложно. Бывает не получается нифига сделать. И поэтому бывает даже лучше вот просто покататься и поделать киллы. Пока вот у нас тоже Джаггернаут сейчас кто-то забирает. Сейчас посмотрим, где у нас респавнится он. И попытаемся его быстро оперативно забрать. Где у нас Джаггер? Не вижу Джаггера. Не вижу, не вижу. Ага, вижу Джаггернаута. Блин, Джаггер уже раздает урон. Давай, 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 сразу фокус, 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 мокус. По Джаггернауту. Давай, 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 пулеметик. Давай, мой братик. Давай, братишка, давай, давай, я за тебя заныкался. И, блин, он прожимает овердрайв. Ну, блин, ему хватило. Блин, он даже попадать-то не умеет толком, но... Блин, давай фокус, братцы, давайте, фокус, фокус. Блин, опять забирает у нас этот парень. И опять у меня ничего не получается сделать. Ну, ладно, ну, ладно, давайте просто 10 киллов, надеюсь я, что успею сейчас быстро сделать. Попытка, в принципе, еще для слива Джаггернаута у нас имеется. Безусловно, имеется, безусловно, имеется. Не знаю, ребят, с какой... частотой будет выходить ролики у нас по данной рубрике, но то, что у нас сейчас на постоянной основе выходит без донатика, если вы поддержите данную рубрику, вот напишите, ребят, прямо вот в комментарии, если вы сейчас смотрите ролик, просто остановите, поставьте его на паузу и напишите в комментарии, нравится вам, вы хотите, чтобы я снимал по данной рубрике видос. Если нравится, то обязательно напишите это. Я все комменты, ребят, как говорил уже в предыдущих разных всяких роликах, все комментарии читаю, все, все смотрю, все знаю. Если у вас есть какие-то, например, идеи, как я должен реализовать данную рубрику, вот, например, у вас есть мнение, как это можно сделать покрасивее, поинтересней, то обязательно тоже напишите, я все читаю, все посмотрю и, конечно же, и... Прожимайте, ребят, лайкос на данную рубрику. Сколько раз я уже сказал в этом видосе, это не знаю, но очень-очень-таки много. Но, безусловно, это определенная мотивация делать годноту. Поэтому как-то так. Джиггернаута забирают за 30 секунд до конца. Это очень круто, очень-таки круто. 9 киллов надо набить за 30 секунд. 25 даже у нас секунд. Не знаю, успею я это сделать или нет. Там вот вижу фраг, который ваншотный. Прожимаем. Овердрайв, не знаю, зачем я это сделал, конечно, он мне, в принципе, не нужен был. Давай, давай, еще килл по этому парню, давай, давай, дабл, дабл, 46, еще, блин, смазал 5 секунд до конца, не успею, не успею, не успею, давай хоть один, 47, нет, блин, 46 киллов, получаем 700 целых кристаллов, блин, это первые звезды на моем аккаунте. И как-то вот так вот, ребят, получилось. Сейчас мы еще откроем 5 контейнеров на данном аккаунтике. У меня имеется 18. Откроем сегодня 5 штучек. Так, для аппетиту, чтобы было у нас по красоте. Вдруг с этих 5 что-то годное мне дропнется. 3,5 тысячи кристаллов. Неплохо. 2 МПК гаража. Будет неплохо. Второй контейнер. 125 мин. Третий контейнер. 125 мин. Пока ничего хорошего я не вижу. Еще 2 контейнера открываем. 125 ускорений. И последний. Ну, давай что-то хорошее. Нет. ДАшки. С 5 контейнеров ничего хорошего не дропнуло, все все белое, но как-то так у нас получилось сегодня. Если вам, я еще раз повторюсь, если вам понравилась данная рубрика, то обязательно прожимаем лайкос, подписываемся на канал, не забываем. Подписываемся на группу ВК, ссылочка на нее тоже будет в описании. Ну а на этом все. Спасибо, ребят, за просмотр, всем удачи и всем пока.